Неустойка штраф-пения является одной из наиболее широко применяемых мер ответственности. Главная задача неустойки ⁇ страховка от любых нарушений условий договора между сторонами. Она одновременно подстегивает должника погашать задолженность и позволяет кредитору получать компенсацию финансовых убытков. Давайте выясним, что представляет собой компенсация неустойки. Общие сведения об уплате неустойки. Неустойка или штраф пения представляет собой определенную сумму денег, размер которой устанавливается законом или положениями договора, заключенного между сторонами. Одна из сторон обязуется выплатить другой стороне неустойку, если нарушит какое-то из условий соглашения. О неустойке нужно знать следующие факты. Целью введения понятия неустойки является обеспечение исполнения условий договора, поскольку иначе должник должен будет нести потери, к примеру, финансовые или имущественные, при нарушении. Условий договора неустойка либо выплачивается нарушителем в добровольном порядке, либо взыскивается судом в принудительном порядке. Неустойка вводится, только когда речь идет о гражданско-правовой ответственности. Неустойка будет выплачена в любом случае, поскольку при отказе от ее выплаты будут применены меры государственного принуждения. Читайте также статью «Компенсация за нарушение разумных сроков судопроизводства». Какие различают виды неустойки? Неустойка не будет взыскиваться с должника в том случае, если неисполнение условий договора или ненадлежащее исполнение условий договора произошло не по вине должника или же исполнению обязательств должника препятствовали обстоятельства. Непреодолимые силы. Помимо требования уплаты неустойки кредитор имеет право одновременно претендовать на взыскание с должника компенсации финансовых потерь. При таком положении дел выделяют четыре вида неустойки – штрафная, такой вид неустойки позволяет кредитору не только получить неустойку в качестве компенсации за неисполнение, а не надлежащее исполнение условий договора, но и взыскать 100% возмещения финансовых потерь. Такая неустойка действует в случае допущения со стороны ответчика грубых или существенных нарушений. Зачетная. Такая неустойка дает кредитору право на получение неустойки и компенсации за понесенные убытки с зачетом неустойки в части, где убытки не покрываются. Исключительная. Такая неустойка предполагает невозможность возмещения убытков кредитору. Альтернативная. При выборе этого типа неустойки кредитор получает возможность выбора между неустойкой и компенсацией понесенных убытков. Читайте также статью «Компенсация госпошлины: основания и процедура получения». Чем компенсация неустойки отличается от других мер материальной ответственности? Неустойка отличается рядом достоинств по сравнению с иными законными мерами ответственности, взять, к примеру, возмещение убытков. Среди преимуществ неустойки стоит отметить, взыскать неустойку просто, и это не занимает много времени, ведь ее размер либо прописан в законодательном акте, либо оговорен положениями соглашения, неустойку легко можно приспособить. Под любой вид взаимоотношений, поскольку она дает возможность устанавливать ее с принятием во внимание обязательств для непосредственных участников и государства, кредитору не приходится доказывать, что он понес финансовые потери. Факты нарушения условия договора достаточно для взыскания неустойки. На каких условиях уплачивается компенсация неустойки? Если участник договора, нарушивший какой-то его пункт, отказывается выплачивать неустойку, необходимо подать исковое заявление в суд о взыскании с ответчика денежных средств. Следует иметь в виду, что для исковых заявлений, касающихся неустойки, установлен срок давности 3 года. Законом рассматриваются два вида неустойки – штраф и пения. Речь идет о штрафе, если нарушитель единожды платит неустойку в качестве компенсации кредитору за неисполнение условий договора. Штраф назначается в фиксированном размере, в виде процента от какой-то суммы или в какой-то иной пропорции по отношению к определенной сумме средств. Пеня постепенно увеличивается на равную долю изо дня в день. Условия, на которых выплачивается неустойка, могут быть регламентированы законом, тогда неустойка называется законной. В этом случае предполагается, что неустойка не была предусмотрена соглашением между сторонами, или же она была назначена в меньшей сумме. Тогда нарушить будет платить деньги, основываясь на законодательной базе. Условиями сотрудничества сторон такая неустойка называется договорной. В этом случае порядок уплаты неустойки прописывается в договоре, в противном случае она признается недействительной, и нарушитель освобождается от ответственности. Если неустойка получается несоразмерной понесенным убытком или иным последствиям нарушения условий договора, ее можно увеличить или уменьшить, но суд не может снять с ответчика ответственность и полностью отменить пеню. Должник не вправе отказываться от уплаты неустойки или уменьшать ее размер, а кредитор не имеет права на компенсацию убытков в случаях, рассмотренных в статье 394 Гражданского кодекса, если взыскивается штрафная или зачетная неустойка. Как правильно рассчитать неустойку? Процентная ставка императивной неустойки равна одному трехсотого части ставки рефинансирования Банка России, актуальной на дату погашения задолженности и подачи искового заявления, если долг не возвращен. Для того, чтобы рассчитать размер неустойки, необходимо знать следующие величины. Сумму задолженности перед кредитором, дату, когда обязательство перед кредитором должно было быть выполнено, затем нужно взять следующий день, на которую вычисляется сумма неустойки, оговоренную или установленную законом ставку неустойки. Чтобы рассчитать неустойку, можно воспользоваться следующей формулой Rn равно SD, 360 умножить на EGP умножить на EPNS, где Rn размер неустойки, SD сумма долга, 360 средняя величина для выявления количества дней в году, EGP число дней просрочки. EPNS процентная ставка неустойки. Законодательные акты по теме. СТ-330Ч1ГК РФ понятие неустойки ГЛ. 23 ГК РФ об обеспечении исполнения обязательств по договору ГЛ. 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств по договору типичные ошибки. Ошибка. Кредитор требует от должника уплаты неустойки за нарушение сроков, установленных договором, хотя причиной задержки исполнения обязательств стало стихийное бедствие. Комментарий. Если нарушение условий договора стало причиной обстоятельств непреодолимой силы, неустойка не может взыскиваться. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. Как рассчитывается неустойка, если администрации магазина были нарушены сроки удовлетворения претензий потребителя? Ответ. В таком случае неустойка будет равна 1% от стоимости товара, вокруг которого ведется спор за каждый. День просрочки. Вопрос номер два. Может ли суд самостоятельно снизить размер неустойки, если должник не подавал встречный иск? Ответ. Да, суд имеет полномочия на уменьшение размера неустойки на свое усмотрение, если размер неустойки не сопоставим с убытками. Кредитора Видео Советы: Как определить размер неустойки? В видео раскрывается информация о том, что такое неустойка и как определить ее размер, с чем не стоит путать неустойку. Спонсор этого видео Центр юридической помощи Бастион. Бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!